Переходи дорогу правильно. В Кунгуре участились случаи детского травматизма на дорогах. В ГИБДД поделились данными печальной статистики этого года. Согласно цифрам, только за последние 10 месяцев 2017-го на дорогах города и района произошло сразу 5 дорожных происшествий с детьми и пешеходами. В них пострадало 5 подростков. Причем 4 случая полицейские зафиксировали прямо на пешеходном переходе. В авариях зачастую виновны и водитель, и пешеход. Если последний – это несовершеннолетний гражданин, не всегда соблюдающий ПДД, то спрос с водителя, управляющего транспортным средством, самый суровый, ведь он управляет средством повышенной опасности. Причиной данных ДТП является непредоставление преимущества в движении пешеходам, которые переходят проезжую часть по пешеходному переходу. Водители при подъезде к пешеходным переходам должны убедиться в отсутствии пешеходов, заблаговременно снижать скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений, больниц, быть готовым к появлению детей на проезжей части. Родителям детей во избежание несчастных случаев следует обратить внимание ребенка на то, что пешеходный переход не является гарантом безопасности, и переходить по нему можно только внимательно изучив обстановку на дороге. Перед движением по пешеходному переходу ребенок должен убедиться в безопасности, посмотреть в обе стороны и убедиться, что автомобили пропустили с обеих сторон ребенка. Не лишним будет и приобретение светоотражающих значков. Подобные устройства помогают водителю заприметить на темной обочине идущего пешехода гораздо раньше и вовремя среагировать на ситуацию, отмечают в полиции. С наступлением осеннего периода, когда световой день становится коротким, пешехода может быть незаметно в условиях недостаточной видимости. Световозвращающий элемент становится практически единственным способом, чтобы дополнительно обезопасить себя на проезжей части. Все эти меры в какой-то степени помогут предотвратить дорожные происшествия с участием детей. Дорога ошибок не прощает. Важно помнить, что правила дорожного движения – это правила жизни, и соблюдать их необходимо всем, даже юным пешеходам.